Если ты был. А он до сих пор здесь. Ящики лутает. Кассу, точнее, лутает. Ты чё тут за жулик с двухстволкой? Кассы вскрывает, ты смотри, блин. Тут кого-то убивает на перекрестке. Вот чел. Минус. Еще кто-то там есть? Граната? Там ботов кошмарит на перекрестке. Снайпер по нему стреляет. Двое зашли ко мне в этот. What? Вы поняли, что случилось, чат? Это я так с гранатомета выстрелил, если что. Я не хочу рисковать. Скорее всего, он стоит и дверь смотрит. Бот к нему пошел. Блин, я тут в прыжке не смогу выстрелить, да? Мне другой этаж нужен. Да, мне другой этаж нужен. Ай, ботики, вы что делаете, блядь? Ёпта. Ну да, он в кафе сидит, его боты там с той стороны поддушивают. У нас нет дурачков.
Ты что, по мне бот стрелял? Блять, ну он на меня за агрен стоит, дурачок. А чел-то где? Я думал, он здесь. Может, он все-таки в падик в тот зашел, в котором я был. Ой, игроки, блядь. Это кто там? Фиолетовая повязка. А, это боты прибежали ко мне. Такие молодцы. А чё им надо-то от меня, чат? Гранату готовят. Чё и Вога, блядь. Там еще один. А ты кепка ебаная! Да-да, давайте, рашьте меня. Давай, мочи! Уже на выходе? Нет, не думаю. Я думаю, он в угловом подъезде сидит и в окошечко смотрит своего друга, чтобы его не собрали. Че бежит челобот? Или чел бегает? Понятно. Или бот бегает, они все меня рашат. И челоботы, и боты, блять. Право тоже кто-то бежит. Двое. Трое. Не, чат, ну, если кто-то до сих пор мне не верит, что у меня персонаж помечен проклятием, почти каждый рейд, объясните вот это просто. У вас такое случается в рейдах, когда вас вот так рашат? Может, они за лутом сюда идут? Но они же прям ко мне идут, в комнату. Не знаю, если он где-то сидит и сейчас убивает меня в затылок, пока я лутаю, это мега мозг просто. Значит, упрыгал. Ну, либо вот тот, который на улице был.
Либо у этих челоботов лут должен быть, которого нету. Значит, у того типа на улице, вероятно. Либо кто-то вот из этих ботов все залутал. Сейчас же боты тоже лутают лут. Как бы любой бот сейчас может подойти и залутать типа. Господи, блядь. Что такое-то, бля? Нету этого, нету, чат. КЗ. А, нет. Есть. Он его даже раскинул, куда-то уже сходил. Иммортал, здорово. Слушайте, я прав. Я вот этому типу с балетки тапнул на перекресток. И потом вот этот чел принес мне его жетон. Вот сейчас под конец я в сумке у него забрал жетон. А вот этого я жахнул ГПшкой, получается. И его кто-то разлутал. Может быть, боты разлутали, которых вот я тут... 20 ботов я, кстати, убил. Плюс чела ботов. Это вообще, это жесть. Забей, блин. Но вот эти типы, вот этот и вот этот с конца катки. Видите, 19-я минута и 3-я минута. Они реально в одной тиме были. Даже, может быть, вот с этими типами.